И всем привет, дорогие друзья, с вами Мистик Лагер, и мы продолжаем проходить карту Яр. Мы уже начинаем второй раз, поэтому крутись так, вот, без всяких прелюдий. Яр крутился на, в прошлой серии на этой палке. Давай, давай договор. Давай договор. Три палка. Яблока. Раз, два, три. Крутись. Три яблока и палка. Все, я за три яблока забрал твою палку, буду носить твою палку. Нет, подожди, возьми, возьми палку, поставь и крутись на ней. Спасибо большое. Как я ее поставлю? Ты... Я ее могу кинуть. Вот так вот, крутить. Да, да. Воу-воу-воу, красавчик. Ну что ж, ребят, она мы продолжаем. Меня, мы, все равно, мы продолжаем, кстати, проходить карту, потому что в прошлый раз мы ее прошли первое испытание. Это было непросто. Мы взорвали пол, кстати, большой, красивый, качественный. Ура! Яр, пошли, тут написано ТНТ ран. Мне страшно, мне кажется, там что-то будет. А у тебя дверь уже открыта, а что ты чувствуешь, что это того самого, не это самое? Так, ну тут есть спаунпоинт, это хорошо. Ну я так понял, просто нужно приближаться и не упасть, короче, до самого конца. Слушай, вроде как... А я бегу, а я бегу такая вся в дольках кабана. И бегу такой весь к лагеру. Что ты там делаешь, тварь? У меня, короче, должны были вылетать стрелы и должны были вылетать огненные шары, но они просто выкидываются, я не могу. Ну и отлично, отлично, играю фарту, мне нравится. Почему они выкидываются просто? Я походу смогу пройти. Мама, я на пути успеха. Это, походу, выбрасыватель. О, да, детка, я прошел. Иди сюда, Яр, иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Это золото все для меня. Ну, это золото все для меня. Телепортируйся ко мне, иди сюда. О, какой крутой, погоди, какой крутой. Яр, дай иди мне сюда, иди сюда. Дай мне покрасоваться, какой крутой. Заткнись, иди сюда, погоди. Иди сюда, ты должен видеть это. О, крутой, крутой. Золото, золото, мое золото, крутой. Ты что видел в прошлой серии? Ладно, я, ну в прошлой серии оно не было моим. Так оно и сейчас не твое. А на моё оно же я выиграл. Ладно, в любом случае, любимое испытание Мистика, Яр, тебе крутой. Должно понравиться. Любимое испытание Мистика? Да, тебе должно понравиться. Ну давай. Так, все лежит в сундуке, потом зайдите на наблюдательницу. Я думаю, сначала нужно как-то ярко сделать. Посмотрите, как Мистик... стекло. А теперь испытание лабиринт, испытание Мистик. Ах ты тварь. У меня тоже здесь испытание. О, у меня, короче, отдельное испытание, и у меня оно не лабиринт, и слава богу, господи, я лучше вот подстрадаю херней, неважно, у меня выживание, походу дела, я не знаю, возможно, я после выживания войду в этот лабиринт гребаный, и тогда меня просто бомбанет трижды или там четырежды, я просто а потом тебе надо будет найти кнопку. Это вообще, будет еще волна из 10 зомби идти постоянно на тебя. Вот тогда я думаю, да, это будет, в принципе, самое обычное испытание Мистикой лагеря. Ладно, давай я сделаю себе верстачок. Верстачок, передачок. Так, поставим его куда-нибудь обязательно. Поставим его сюда. Чуть яблоко не сел, господи. Потом мы как сделаем с тобой. Блин, пришел, вот понимаешь ли мне вот слова, да, пришли мне из-под небес. Да подожди, ты попросил подожди. Их не говорить, да? Нет, небесные потом скажешь, потом. Небесные слова, извините, пожалуйста. Я вас обязательно прочитаю, но чуть попозже. Вы также не забывайте призвать мне небесные слова, что. Яр. Хочешь узнать мое испытание? Я не хочу узнать твое испытание, потому что я в своем еще не разобрался. Я вот что-то себе палки делаю, короче. Мне кажется, уже мне 2 года стало, короче. 2 года палок тебе стало? Что? Нет, мне в принципе просто, у меня разум остался как у 2-летнего. Ничего не меняется. А, так это нормально. Я думаю, что это класс. Яр. Ты на каком сервере играешь, спрашивают меня. Я отвечу, что мы проходим карту лагеря. Яр. Хочешь узнать мое испытание? Чего хочу? Узнать мое испытание. Нет, я не хочу знать твое испытание. Почему? Слишком много испытаний в моей жизни, братан. Мне хватает одного моего испытания. Все. Это одно испытание на 1 единицу времени. Если будет больше испытаний на 1 единицу времени, это будет кошмар. Это будет уже начнутся прелюдии, понимаешь ли. Нет, ну тебе просто понравилось мое испытание. Это начнется кошмар. Это начнется кошмар. Нет, люди будут беситься. Нет, это будет кошмар. Больше одного испытания это кошмар. Спроси, какое у меня испытание. Что? Спроси у меня, какое у меня испытание. Ладно, какое у тебя испытание? Смотри за тобой и передай тебе кирку, когда ты спросишь, какое у меня испытание. Ты что, говна кусок? Иди сюда. А ну иди сюда, дай кирку.
А ну дал кирку быстро! Дал кирку быстро! Какое у тебя свидание? Дал кирку быстро! На самом деле у меня просто испытание... Нахрен я вот эту делал кирку, скажи мне, пожалуйста! На самом деле у меня просто испытание смотреть за тобой. Нахрен я вообще собирал вот этот дубовый дуб? Ну ладно, я тебе просто по доброте душевной даю кирку. Понимаешь, нахрен я булыжник собирал? Дубовый, дубовый дуб. На самом деле испытание у меня просто смотреть за тобой и все. Без передачи кирки. Не, это, кстати, ладно, это хорошее испытание, более-менее. Я на нем сильно жопу не подорвал. Я жив, цел, орел, все нормально. Нет, ты мог еще на пару минут затянуть и типа... Также у нас еще пришло до сообщения небесные, которые мы прочитаем обязательно после стрима, ой, после записи лагера видео. Так что, извините, пожалуйста, мы все это сделаем. Здравствуйте! Здравствуй, друг! Я иду убить! Я хотел тебя убить или засосать. Я знал, что ты хочешь меня засосать, поэтому я решил, что не хочу рисковать. Так, самый огромный сплив в мире. Ты куда сейчас? Подожди. Я на самый огромный сплив ушел. Это самый большой возможный сплив в мире. Более 200... Короче, просто долбимся, да? Прям как не в себя. Просто долбимся, давай. Иди сюда, раз, два, три. Сейчас за читераст, проверяем, мистик читераст. Еще и долбанул меня, я понял. 2-1. Проверяй, 2-2. Прям как этот, прям как 2-2, это прям как 2-2, 3-2. Блин, 3-2. Алла, мистик ведет. Нет, мистик не ведет, мистик мог бы вести, но он ведет этот... Чёрт подери, 4-2! Яр, чё ты сливаешь? Чё сливаешь, э? Мне кажется, нам пора уже перестать читать отчёт, потому что... 5-2, потому что стыдно. Нет. 6-2! Так, ладно. Собрались, погоди. Давай, иди ко мне. Давай. Падла, скотина, ненавижу! 8-2! Как я тебя выиграл? Легко-то, скажи. Ты скажи, как я тебя выиграл. 8-3, 8-3, 8-3. 8-9-3 уже, блядь. 9-3, Яр, чё-то ты... Да, я сам падаю уже в эти ямки, которые сам себе строю. Так ты не падай в них, тебе лайфхак. Помогите! 10-3, я не хочу умирать! Я еще так молод! Молоток! Давай! Че ты не хочешь дать 11 очко? Давай, я жду тебя! Скотина, иди сюда! Иди сюда! 11-3! Это не так должно работать! 11-4! 11-4, ну-ка, быстренько, отбивочка, сейчас все будет! Ну-ка, сейчас финал! Яро, бесконечно, поэтому ты можешь отыграться! 11-5! 11-5, Яр, ты можешь отыграться, здесь еще очень много. 12-5, это не засчитываем! В смысле не засчитываем, 12-5 же? В прямом, 12-5 не считается, 12-5 это цифры дьявола, я ему звонил, он сказал, это не считается. 13-5 тем более, 13-5 этажа не существует в Америке, так что ты проиграл, брат, ты проиграл. Ладно, брат. Ладно, давай я сейчас сделаю 14, брат, и все будет за мной, окей, брат, давай. Брат, победа за 13-5, мной, брат, 13-5. Брат, да ты заколебал меня скинуть, брат, иди сюда, я просто ему тузить не буду. Да мне нужно срать насчет тебя, буду ему тузить, понимаешь? Чё-то насрать, да нет, тут нет конца, всё, брат, мы попали. Брат, это ты понимаешь, что нас загнали изи в ловушку бесконечности. Достаточно просто было тебе пердачину подпалить, и всё. Мы играем вечно в эту ловушку бесконечности, мы здесь ничего не изменим. Это было слишком изи, братан, прям слишком изи. Ну, 1-2 у нас в итоге счёт, а дальше что-то всё по пизде пошло. Не, ну в смысле, ты чё? Никто никуда не ходил, все здесь. Оба, виноват, я тебя только что слил. Не, ну это профессионально. Да погоди, здесь облака! Насколько мы высоко? Твою мать, погоди, я вниз пошёл. Давай. Ты посмотри, насколько... Чего? Он сказал, что это самый длинный... Да, здесь можно было биться очень долго. Цифран из всех возможных. Господи, сколько ты уже вниз, брат? Ёшкин кот, ёшкарова! Я вообще в шоке! Я нашёл! Ты нашёл конец? Я нашёл! Братан, главное, не бери его в рот. Я иду. Я хочу, чтобы ты тоже взял. Ну давай, и ладно. Ну и ладно. У меня лопата почти сломала зачарованная алмазная. Ура! Это было жестко. Ура!
ура, мы прошли карту лагеря. Самое любимое испытание мистика еще за раз. Просмотр. Иди сюда. Погоди. А, ты хочешь сказать, что будет следующим испытанием? Самое любимое испытание мистика будет? Да. Так сейчас это будем. Интересно, что ж там будет? Пошли. Куда пошли? Не знаем. На следующей серии. Нет, так сейчас 10 минут серии. Ты чё? Ты чё, хочешь сократить время, помог? Я не понял. 10, а у меня 20 написано. Нет, 10. У нас просто этот... Нет, я это выполнять не буду, нет. Стой, дай иди. Что? Что у тебя? У меня комната розовая. Иди посмотри на моё испытание. А чё у меня розовая комната, я не могу понять. Розовая комната? А чё у меня такая комната? Розовая комната у него. Так... У тебя розовая комната, говоришь? А я вообще не знаю, что мне делать, подожди. А я что, знаю, что мне делать? Я сюда пришел, у меня передок заполовил. Ну, что мне делать? Здесь давай керамик, здесь много вот блоки пораскидываю. Может быть, если я на них посижу, у меня передачина меньше начнет гореть. О, я нашел. Просто нужно залезть наверх, я так предполагаю. Ну что там наверху именно? Я у тебя нашел кнопку, пойду себе поставлю. Типа. Камон. Ну, давай, окей, вообще не вопрос. Поставь, этот ад закончился. Я победил. Господи, мы победили, мы это сделали. Ребята, просто посмотрите на наши мускулы. Ребята, срочно смотрите на наши мускулы. На наши мускулы. Всем смотреть на наши мускулы. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр. Стой, иди сюда, какой просмотр? 10 минут видео, ты чё? Пошли. Я просмотрю по своим, у меня 20 с чем-то. Я тебе скажу, когда не переживай. Ладно, тут последнее написано... испытание. Лагерь вверх. Эй, ты куда пошел? Иди вниз, ты заговорил, я не буду с тобой больше. Иди вниз. Я не буду вниз. Больше в этом испытании стоять. Ты вот смотри, я должен херню проходить. Я смотреть. Тебе помогу, братан, иди, давай. Какой ты поможешь, я знаю, какой ты поможешь. Я тебе помогу, иди, ты, давай, куда давай. Ты помощник, блин, господи. Давай, давай, смотри. Наслали на меня несчастье. Иди сюда. Наслали на меня несчастье. Куда идти, говори, тварь. Подожди, стой, подожди, я посмотрю, где финиш. Дай ой, какой сначала... возможный финиш, я тебе сейчас посмотрю. Я нашел финиш, точно. Я нашел финиш, братан. Ты хорошо, что я нашел финиш, только что я только что здесь видел какую-то, погоди, дырку. Где-то здесь была дырка. Я просрал эту дырку, господи, здесь ничего нет. Здесь нет сюда логики, иди за мной, я... смотри на меня, иди здесь за мной. Ну куда за тобой, ну давай, давай, иди. Давай, иди иду сюда, за тобой, иди, иду за тобой, иду, 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 иду. Иду, иду, сейчас придем в конце, там скажут, нужен ключ, блядь. А ключ где-то здесь посередине, да? А, кстати, ищи сам, типа, называется сюда. Ключ. Ну куда дальше? Что ты меня обратно ведешь? Ты что, господи, у тебя картографический кретинизм какой-то. Куда идти, говори. Тебе надо вот к той стенке, к дальней. Там он кнопка. Он пьяный. Там. Кто пишет, что я пьяный? Ребята, я не пью. Я недавно проснулся, господи. Тебе чего надо я? Вон туда, к дальней стенке, потому что ты ведёшься... Я нашел. Яр, иди сюда. О, сюда, стоп, сюда, 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 нет, сюда. Сюда, не иди. А. Теперь сюда. Давай, 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 братан, ты почти у цели, давай сюда. Я бы сказал так, что ты меня ведешь назад, не? Не-не-не, вот сюда, вот сюда, вот сюда, и... Та-дам! Побежь, у меня кнопка была в самом начале паркура, да? Это другая часть паркура! Ну, в смысле, это другая часть вообще? Ты прошел весь этот? Я не знаю, что происходило в этом... Вы пьяные. Мы пьяные. Братан, мы с тобой набухались. А что ты пил? Я пил кофе. А, так, у нас осталась лава, блоки, сами все знаете. Что тут? Да, узнаем в следующей серии. Не, какая 13-я... Ты чё? Ты задолбал заканчивать серию? Какая 13 минута? Что ты врёшь уже мне? Я не пойму. Мне тоже нужно снимать серию. Серию. Посмотришь на тайм-коде. Посмотришь на тайм-коде. Никуда не спеши. Бери испытания и пошли. Ты готов? Не бери, готов. Бери предметы, пошли. Не готов? Я с тобой вообще ни к чему не готов. Я уверен, что у тебя будет испытание, а на меня сверху какахи будут падать. В какую сторону мне идти? Идем туда, где какахи падают. Да, вот здесь. Давай, ладно, давай. Раз. Ну, надо прилетел, но я его прочитаю после того, как закончится серия. Раз, два, три. Давай, погнали, конечно же, да, братан. В смысле у тебя одна земля? Почему я тебя слышу одну землю? Мне кажется, я ломаю очень много всего. Я прошел. Падла, у тебя, походу, одна земля, я только слышу чап-чап-чап землю. Не-не-не, у меня, короче, там был алмаз, очень-очень граненый, мне пришлось его очень долго ломать. Алмаз был из обсидиана, а обсидиановый алмаз был у меня. Да. Тебе повезло. Ладно, у нас осталось последнее испытание, пошли на него.
Что там еще за табличка написано? Испытание называется, а я не прочитал. Потом посмотрите около клумбы с розами. Ну это из... Все. Почему мне так плохо видно? Все сделано из бедрока, а для красоты внутри облицовка... Ну это... Цвет не вставили, понимаешь? Цвет не дали нам, свет не дали нам, свет... Четыре визора, вы чё, йогу-йогу-йогу-ко-ко-ко, что ли? Не знаю, давай парочку заспавним. Давай парочку заспавним, посмотрим, что будет происходить, чисто ради прикола, я не знаю. Один пошел, один не пошел. Не пошел. А чё мы его устроим? А чё по визорам? Да визор это, спит, сейчас мы его пробудим, мы что, не знаем, что ли, как будет визор. Ребятки, сейчас все будет так, потом заходишь в настройки, сложность мирная. Что-то у меня не работает. Твою мать, сложность не мирная, да? Сейчас. Да, и ее от меня тебе только. Да, давай я хотя бы легкую поставлю. Ну так, по фану. Давай хотя бы одного валим, ну так, типа. А, один появился! Срочно, нет, стой, подожди, срочно, не спавни второго! Отход, отход, не спавни, нахрена ты его заспавнил, дурак! Я ставлю третьего, тихо, 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 без паники! Без паники! Мы вдвоем с тобой на Титанике! Не надо! А что, на что эту херню сломали, что ли, наш спаун? Где мы Яр, живем? Я научился их убивать. Братан, убивай их. Братан, убивай их. Ладно. Братан, твоя очередь убивать их. Моя очередь прятаться и плакать. Убил? Да. Красава. Класс, я автор, да? Так мог. А где конец? Что ты сделал? Как ты их убил? Это как этот. Киньте сюда звезду ада. Выпущу из... У меня есть парочка. Ого. Нормально. О, работает. Давай еще одну. Давай я кину сюда свой. Подожди, пойду третью, третью принесу, вдруг она сработает. Но мне кажется, это чуть-чуть не так работает. Ой, ребята до сих пор спрашивают, когда я покемонов опять начну. Сработало! Снимать. Слушайте, если что-то новенькое по покемонам, может какая-нибудь новая там сборка, или все-таки реально что-то интересное по покемонам, то возможно я все-таки по ним что-нибудь сделаю. Ну а так у нас сегодня с вами было последнее испытание. Последнее испытание! Подожди, стой, последняя комната. Иди сюда. Мы прошли его. Тут написано мега-наркомания. Поставить ночь — самая высокая, возможно, наркомания. Братан, да, это все карты местные наркомания. Меня взорвали нахрен на спавне. Понимаете, что происходит? Ой, слушай, она классная. О, в плане. Слушай. Это что-то необычное. Давай еще раз. Где еще раз? Тут что-то необычное в том плане, что она, знаешь, типа 3D-шная. Ты в нее как будто влетаешь. Знаешь, не нажимай на кнопку еще раз. Твою это... мать, не нажимай на кнопку! Конечно, это была самая лучшая. Лучше я пока что не видел. Это был топ. Что я еще раз хочу ее пролететь, и все, и на этом можно заканчивать. Я иди сюда. Смотри. Она еще раз. Погодите, сеньор помидор жопастый, идите с нам. Го ко мне телепортируйся. А, го к тебе телепортируюсь, да, к тебе. Я тут с сеньором помидором жопаном ушел, думал, ты готов? Я... Давай дверь откроем и пойдем. Раз, два, три. Твою мать, я же один прыгнул. Лететь? Нет, убить! Я... Убить! Можно было воду упасть, да? Да. Ну что ж, ладно, всем большое спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Здесь у нас есть оценочка карты, оставлю 5 из 5. Это вообще без вариантов. Это бомба. 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 Обожаю такие знаешь, почему бомбы, это бомба? Знаешь, почему это бомба? Знаешь, почему бомба? Бомба. Бомба перебомба, что? Знаешь, почему это бомба? Потому что это яд, мой зад. Это мой зад бомба. Это бомба, потому что это сейчас бахнет. Йоу. Ну что ж, спасибо большое, друзья, за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И если вы хотите еще больше видео по Майнкрафту, подписывайтесь на наш канал. С вами были Мистик и Лагер. Всем удачи, до новых встреч. Говори всем пока, быстро. Пока-пока, всем говори всем пока. Йо-йо-йо, всем пока, йоу.